Начнем сообщение из Грозного. В республиканском МВД сегодня заявили, что уничтожен организатор взрыва, прогремевшего в чеченской столице 5 октября. Тогда погибли 5 сотрудников полиции. Ценой своих жизней они предотвратили крупный теракт на концерте, посвященном Дню города. Стражи порядка заметили подозрительного мужчину возле рамок металлодетекторов. При попытке досмотра тот привел в действие взрывное устройство. Было установлено, что диверсию организовал находившийся в розыске боевик Аслан Алисханов. И вот сегодня при задержании в Старопромысловском районе Грозного он был уничтожен. Никто из силовиков в ходе операции не пострадал, отметили в МВД. В столице 5 октября. Тогда погибли 5 сотрудников полиции. Ценой своей жизни они предотвратили крупный теракт на концерте «Вик» Аслан Алисханов. И вот сегодня при задержании в Старопромысловском районе Грозного, посвященном Дню города, стражи порядка заметили подозрительного мужчину возле рамок металлодетекторов. При попытке досмотра тот привел в действие взрывное устройство. Было установлено, что диверсию организовал находившийся в розыске боевик. Начнем сообщение из Грозного. В республиканском МВД сегодня заявили, что уничтожен организатор взрыва, прогремевшего в чеченской